Ты ведь Джон Гроган, и ты станешь репортером крупнейшего печатного издания. Тебя взяли! Ау! Это дом мечты. Там вот детская, обои со зверюшками. У вас ведь будут дети, да? Да. Хочешь совет? Купи ей собаку. Нет, это хлопотно. Да ладно тебе, выгуливаешь, кормишь ее, моешь раз в месяц. Посмотрим, что тут у нас. Выбирай. Они прелесть. Щенок — это как ребенок, только с хвостом. Марли, это наш дом. Да, теперь и твой. Марли, куда ты? Там же стекло. Марли! Привет, Пип! Марли! Марли! Мне его не удержать! Держи! Тормози! Мы посреди дороги! Собаки один хозяин. Кто у вас в семье пользуется большим авторитетом? Пожалуй, я пока посижу, наверное. Разумно. Чем строить планы насчет малыша? Может, мы просто его заведем? У тебя в постели голая женщина. Начинайте пока без меня, а я скоро подъеду. Марли, фу! Все, он ничего не Марли. Понимает. Не-не-не, все он понимает. Пошли, дети, тебе конец. Прощай, свобода. Давай, надень. Я вроде сюда положила. Не мог он вот так испариться? О, нет. Марли. Спугнешь его. Вот так, хороший мальчик. Марли! Нет, он проглотил его. Доктор Джей пришлет нам слабительное. Ну вот, наконец-то мы вдвоем. I'll be around.